Ну, а здесь чисто американские курочки висят, а всякие разные. Old Navy у нас тут $4. Вот так вот пальтишечка. $10. American Eagle. $10. Сейчас будут интересные вещи. О, горнолыжная курочка вот такая. Маркер. $10. Вообще в идеальном состоянии. По-моему, даже и новая. Вообще не видно. Может быть, тут есть поискать. Возможно, что и шильдик есть. $10. О, кожанка. Небраска. Мечта любого байкера. Кожа. То есть не кожа зама, а кожа. Сколько стоит, интересно? 25. Вот такая кожанка. Вот такой тут вариант. Вот такая вот рубашечка. $4 вижу ценник. Камуфляжик вот такой. Под камуфляжик $3. Детский, правда, размерчик. Такая она интересная. Faded Glory. Вот дальше какой-то шлак идет. Еще куртечка Columbia. $6. Ну и вот, вот такие тут вещи. Даже фирменная. Смотри-ка. О, вообще очень редко вижу. Made in USA. Крайне редко такие вещи попадаются. $6. Вот такой вот вариант. То есть если копаться, то тут, кто занимается секонд-хендом и поставками, всегда все что-то можешь найти интересненькое. Такие вот всякие разные штучки с блестками. $15.